0,39,877. В смысле, я... А, она просто пишет, и я вижу это. А снимает она с той стороны или с этой? Мне ее куда направлено? Дальше мы просто бежим вперед. Мне ножки когда сгибать надо? Вы мне скажете? Что там? Нормально. Почему все боятся? Ну, потому что не пробовали. Неизвестность сама сложная. Не, ну боятся же высоты, люди боятся. И вот знаете, знаете, в Москве есть такие виртуальные. Да, и ощущения. Вот мы недавно ходили, я уже так немножко разверну, чтобы снимать панораму. И мы ходили, у меня был космический лифт. Вот ощущение, как будто ты поднимаешься над землей высоко, там уже, я не знаю, пояс астероидов прошел, да. И в какой-то момент я вниз, вот вроде же не страшно, я же умом-то понимаю, что нет, этого не может быть. А в какой-то момент опускаю голову, и я вижу, что земля внизу маленькая, и я понимаю, что это земля. Вот это было, я вам скажу, знаете, такое прям, ой, красота какая внизу. И там мне было реально страшно. А вот сейчас у меня ощущение такое, какое-то не совсем реальности, и, может быть, поэтому мне не страшно. Мне классно. Джип-тур, еще будем подниматься на 2400 почти. Да. Они чувствуют то же самое? Птицы. Ощущения такие прям. А вы вот эти вот повороты, вы вот ощущаете, да, куда надо сейчас завернуть? Наши друзья.
девчонки все прыгают и прыгают. Валера! Валера! Давно так кайфуете? И сколько надо вот так вот полетать с инструктором, чтобы потом можно было самому аудиоконтроль, они просто подсказывают, куда левее, правее взят. А видно, да, чувствуют?